Инструкция больше, наверное, для сердечного центра. Как вести НЦК-код на кнопочном Alcatel, да и на многих моделях Alcatel. Значит, код НЦК – это код разблокировки от оператора. Сим-карту – один из способов, повторяю. Чаще всего нужно использовать сим-карту чужого оператора. Вставили, и он сам спросит НЦК-код. Там НЭП, он, по-моему, называется, для разблокировки, чтобы работать с любой сетью. Мы же попробуем способ другой. Без сим-карты. Сим-карту не вставляем, набираем на нем звездочка, решетка, 4-0, звездочка. Вводим код, он может быть 8-значный, 10-значный. Вводим наш код разблокировки. Так, оп, лишнее. И в конце нажимаем решетку. Нажимаем на зеленую, он у нас, по идее, должен сделать разблокировку. Повторяю, на некоторых аппаратах просто один из способов. Второй код, который нужно ввести, звездочка, решетка, 0001, звездочка. Код разблокировки, возможно, у вас там для разных сим-карт могут быть разные коды, но чаще всего один код на обе сим-карты. Также точно вбиваем второй код. Так, оп-оп-оп. Также точно нажимаем решетку, и после этого нажимаем зеленую, он должен активироваться. Иногда без зеленой даже активируется на некоторых моделях. Вот в такой второй способ ввода НЦК-кода. На большинство Alcatel, да и ZTE и прочих аппаратов код можно где-то в интернете купить, можно купить у нас в группе ВК, ссылка есть в шапке канала. А ввести уже разными способами, чаще всего со вставленной сим-картой, либо попробовать вот такой без вставленной сим-карты. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал.